самое волнующее в рубрике «Такси Ньюс». Ну что, друзья мои, продолжим наше движение. И в самом начале есть важная информация. Вернее, знаете, скажем так, это действительно рекомендация. Компания «Сервис попутного груза». Они предоставляют совершенно новую услугу. Каждую неделю в Бруклине формируется машина для перевозки небольших грузов. Там коробки, велосипеды, коляски, негабаритная мебель, матрасы, растения в другие штаты. Выезд из Бруклина во Флориду через все штаты туда и обратно. Отдельно предоставляют вам услугу профессиональной транспортировки животных. Это очень важно. Звоните 347-206-1036. За то, что не берутся многие moving company, вам перевезет компания «Сервис попутного груза». 347-206-1036. Друзья, ну мы начинаем новости. Помните, мы вам обещали много интересного, нового и желательно не волнующего. Кофе – тот самый напиток, без которого многие из нас не мыслят своего утра. Мы с этим напитком просыпаемся, потом мы его где-то еще подхватываем, поздним утром иногда днем, а некоторые засыпают. Да, есть, кстати говоря, такие люди, на которых кофе действует исключительно не как бодрящий напиток, а как скорее снотворное. Или просто как у них необходимая деталь для работы. Абсолютно. Таких немало. Так вот, ученые пришли к выводу, что кофе лучше пить в период с 9 утра до 12 часов дня. Угу. Вот где-то так. Микробиологи, американские микробиологи полагают, что организм человека лучше всего воспринимает кофеин через 2 часа после утреннего пробуждения. Тут у меня вопрос в скобках. Это так, все это зависит от того, в котором часу ты просыпаешься. Ну да, если вы проснулись в 6, то вам до 12,6 часов. Да, то тогда, извините, уже с 8 можно начинать пить кофе, да? Абсолютно. Да. Так вот, в организме человека наиболее высокий процент кофеина накапливается при его взаимодействии с кортизолом. А этот гормон ответственен за нормальное функционирование биологических часов. Так вот, в период с 7 до 9 утра процент кортизола в организме достигает наивысшей точки. Поэтому человек просыпается бодрым и активным. И если выпить кофе в этот промежуток, развивается устойчивость к кофеину, а эффективность его влияния на организм снижается. Иными словами, кортизол сам беспокоится о том, чтобы мы были бодры. А вот уже потом требуется помощь кофе. Получается, чтобы проснуться, с каждым разом человеку нужно увеличивать порции выпиваемого напитка. Вот почему-то ученые советуют кофе пить через пару часов после утреннего пробуждения. Логично. Ну, знаешь, у меня не получается через пару. У меня получается примерно где-то через часик. Но я так стараюсь с утра пораньше прям вот не пахать кофе, прям с утра прям первым делом. Абсолютно. Ну, друзья мои, как вы... Ну, вторым, да. Как вы пьете кофе? 347-460-08-77. И какой кофе предпочитаете? С молоком, без молока, кофе глиссе, кофе в турочке сваренное, еще разные виды. Напишите нам, пожалуйста. Ты знаешь, я сейчас, извини, вспомнила кофе. Вот буквально вчера вечером вспоминали об этом. Помнишь, когда-то, когда был в ходу исключительно растворимый кофе, и трудно было достать правильный кофе в турке, прям хорошо. Ну, мы пили растворимый по большей части. И ты помнишь, брали... Какой напиток? Колос. Колос – это напиток. Но даже если ты брал растворимый Taster Choice когда-то, который был блатным в наше время, во времена нашей юности, ложку кофе, сахар и капельку буквально воды, каплю, растирал до состояния белой субстанции. Появлялась пена. Вот такая пена. Да. Как это называлось, скажи мне? У этого кофе было свое какое-то имя было, название было у него. Вот такой версии изготовления кофе. Если кто-то помнит... Нельзя говорить, дайте кофе вот с пеной. Скажи, вот как мы это растирали, и нам вот как-то самим удавалось добиться, как из ничего сделать что-то, да. В общем, друзья, кофе и шоколад, есть еще такая версия исполнения, но это уже от Инны Маликовой. А пока Инна поет, вы, пожалуйста, подкиньте нам название вот такого кофе, который мы... И вдруг кто-то из вас тоже делал такой кофе, кто-то помнит, как... Пройдусь где-то в центре души.
кофе, шоколад. Не знаю, я могу пить кофе с шоколадом не часто. Это отдельное блюдо. Не часто, да. Не знаю почему, но как-то шоколад сам по себе шоколад. Ну, конечно. А два раза, хотя просто шоколад, допустим, кусочек черного шоколада, я тоже в прикуску люблю, но скорее даже к чаю. А вот Олег нам пишет, спасибо большое, если встаю рано, то кофе пью где-то часов в 9, в 10, в 11. Олег, я очень хорошо понимаю, черный с коньяком. Это перфектно. Так, ну, давайте... Подожди секундочку, а на работу? Ну, тут это личный, наверное, вопрос. Если в 10, в 11, 12 и с коньяком, то это, наверное, выходной день, я так смею предположить. Потому что по-другому вряд ли получится. Ну, а мы чуть-чуть меняем сейчас пластинку, не потому что мы уходим от кофе. Кофе – это актуально всегда. Пишите, пожалуйста, как называется кофе, который просто обыкновенно растирается растворимой с ложкой сахара и каплей воды. Было у него особое название, вылетело из головы. Мы же хотим поприветствовать всех, кто слушает нас в Майами, и напомнить про Golden Smile Adult Daycare. Это единственный русскоязычный садик для взрослых в районе Майами и Брод Каунти. Он работает с 8 утра до 6 вечера. На завтрак и обед здесь подают свежеприготовленные блюда русской кухни, масса развлечений от Феликса Луцкого, хор, танцы, игры, капустники, выступления известных артистов, дни рождения и праздники, душевная атмосфера и при этом заботливый уход. А Golden Smile Adult Daycare – идеальное место для ваших пожилых родственников. Дополнительная информация у Ирины, менеджера Ирины, 718-753-99-58, 718-753-99-58, принимает все long-term care покрытия и Holocaust Survivor программу. Итак, друзья, мы едем дальше. Второй напиток жизни. Итак, внимание. Житель Шанхая, Хан Чжминин, намерен вернуть старинный ритуал династии Сун в современную жизнь и сделать так, чтобы больше людей оценили его очарование. Он создал более 200 рисунков на чайных чашках по мотивам древних картин в рамках возрождения чайного искусства. Ритуал включает несколько